Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о налогообложении малого и микробизнеса. Для этого у нас в гостях Айман Турсункан, аналитик, директор форсайтингового агентства Эксима. Здравствуйте. Добрый день. Давайте сначала объясним нашим зрителям, почему мы выносим за скобки средний бизнес, ну и тем более крупный. Дело в том, что у нас в налогообложении на протяжении последних 10 лет произошло две волны определенных реформ, из-за которых размерность бизнеса стала привязываться не только к обороту, который фиксируется в уставном капитале, в уставе самих предприятий, но и по численности работников. Произошло достаточно серьезное измельчание бизнеса как такового, и благодаря повышению порогов по оборотам большинство субъектов среднего бизнеса, в принципе это около половины его, спокойно перекочевало по налоговым меркам в стандарт малого бизнеса. И почему мы не берем крупный бизнес как таковой? Потому что в самой аналитике налогообложения и налоговой нагрузки по различным экономическим агентам видно, что у нас крупный бизнес находится в удивительно преференцированной зоне и не является, так сказать, индикатором экономических изменений. То есть и у него, скажем так, очень тепличные и очень своеобразные правила игры. Да, и именно из-за этого, как крупнейший работодатель, они, конечно же, остаются, в принципе, да, в обоими, все равно сохраняют за собой где-то около 30% всех налоговых поступлений в бюджет. Но если говорить именно с точки зрения региона, то региону интереснее наблюдать, что же происходит с малым и так называемым микробизнесом. Так, а теперь давайте внутри сделаем различие между малым и микробизнесом. Где у них водораздел проходит? Малым бизнесом называются все юридические лица, которые просто оформлены в качестве компании с численным составом менее 50 человек. Что касается микробизнеса, это понятие достаточно новое, но оно применяется в основном к индивидуальным предпринимателям, которые тоже, в свою очередь, один на другого не похож. Приведу небольшой пример. У нас, допустим, в городе Алматы есть действующих 111 тысяч чуть больше 111 тысяч индивидуальных предпринимателей. Но при этом только 36,5 тысяч из них являются действительно индивидуальными предпринимателями, которые используют труд наемного персонала. Да, то есть они являются просто такой формой организации, но такой же бизнес, как и любое маленькое ТО, работающее на упрощенке. И те, и другие платят по 3% налогов, да, с оборота. Остальные фактически действующие – это либо наемный персонал, который ради оптимизации налоговых платежей и отчислений пенсионных взносов работодателями вынуждается к регистрации индивидуальных предпринимателей, либо те лица, которые являются классическими фрилансерами, получают нерегулярные доходы от раза к разу и, соответственно, как таковые бизнесменами не являются. То есть, получается, это узость градации, да? Внутри микробизнеса нужно еще сделать штук 5-6 своих подразделений, чтобы четко видеть картину. Ну, не совсем штук 5-6, наверное, 3 достаточно. Это наемный персонал, формализованный в форме ИП, это определенное количество фрилансеров, которые работают по ГПХ договорам, и индивидуальный предприниматель. ГПХ, давайте расшифруем. Гражданско-правовой характер договора, когда, допустим, я нанимаю вас на определенную услугу, например, разработка веб-сайта, да, и заключаю с вами договор услуги. Это называется договор гражданско-правового характера. Если мы все то же самое делаем по договоренности, мы просто попадаем в так называемую неформальную сферу занятости, неформальную сферу экономических отношений. Нет, это вполне формальная сфера экономических отношений. И с 14 июля этого года вступила в действие обязательность оплаты также пенсионных взносов с такого рода договоров. То есть на ровном месте фрилансеры попали на 20%. Нет, извините, я говорю, если мы это без договора делаем. А если без договора, да, это неформальная занятость. Это неформальная занятость. Да. Итак, что у нас такого специфического в сфере налогообложения малого и микробизнеса? Я, наверное, буду говорить именно о городе Алматы, потому что город Алматы является, во-первых, самой большой экономикой Казахстана, во-вторых, самой независимой от государственного сектора. И здесь все более-менее процессы проходят адекватно экономическим общим тенденциям. Что касается города Алматы, 49% всей налоговой базы, всех поступлений в бюджет от юридических лиц на сегодня оплачиваются именно малым бизнесом. Если в Алматы 49%, то какой средний показатель по республике?
По республике, к сожалению, этот показатель менее 16%, что говорит о меньшей деловой активности в других регионах страны. Это прямо о кратном меньшем уровне активности. Да, да. В этом-то и специфика города Алматы. В том, что у нас, например, да, на каждых 100 жителей приходится не менее 7 зарегистрированных действующих юридических лица и не менее 3 индивидуальных предпринимателей. Когда мы анализировали структуру экономических агентов, то есть всех лиц, которые так или иначе формируют доход и могут быть обложены налогом, в общем-то, видно о том, что наличие числа индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и действующих, для налоговых органов, как мертвого припарка, особого сильного эффекта налогообложения данной категории плательщиков не имеет. Почему? Потому что, как я уже до этого сказала, почти 70% из этих индивидуальных предпринимателей – это та же самая наемная рабочая сила, оформленная просто в иных формах взаимоотношений, соответственно, в 3 раза меньше оплачивающая налоги, чем рядовой штатный работник. Тогда другой вопрос. Скажем, работники акимата в Алматы, в отличие от работников акимата в Караганде или в Астане, они понимают специфику местного, именно так скажем так, местных особенностей? Я полагаю, что не совсем. Потому что, когда мы проводили исследования, мы разработали специальную модель, в которой попросили разбить секторально и разбить по типам плательщиков в разрезе каждого из 8 районов города платежи за последние 5 лет. Больше информации, к сожалению, недоступно, потому что тоже сервера обновляются каждые 5 лет, и информация исчезает просто. За 5 лет мы выявили такую тенденцию и закономерность. У 3 районов-доноров, это Бостандыкский, Алмалинский и Медеуский район города Алматы, который кормит все остальные районы, в общем-то, наблюдается достаточно четкая пропорция того, сколько должно быть для счастья налоговиков, юридических лиц на 100 жителей в каждом районе, для того, чтобы данный район был действительно хорошей дойной коровой. Например, Медеуский район, с одной стороны, он не имеет достаточно большого количества юридических лиц, менее 10 на 100 жителей. При этом, допустим, Алмалинский, он имеет больше 15 юридических лиц на 100 жителей. Но формирует-то налогов, налоговый взнос делает Медеуский район больше. Почему? Потому что там оборотистость на каждого агента экономического несколько иная. Там даже маленький индивидуальный предприниматель делает в разы больше, чем ТО в форме малого бизнеса в Алмалинском или в Бостандыкском районе. А, например, если мы берем Ауэзовский район как главный спальник города, то там все ИПшники – это наемные работники, просто переведенные в разряд наемных предпринимателей. Именно так. Наемных предпринимателей. Переведенные в разряд индивидуальных предпринимателей. Да, вынуждены причем. Что самое интересное, да, вот такая волна, резкое увеличение количества индивидуальных предпринимателей приходится как раз-таки на 2010 год, когда в 2010 году была впервые проведена определенная реформа, изменившая размерность предприятий по оборотам и по количеству наемных сотрудников. Из-за этого, как я уже до этого говорила, ровно 50% всех субъектов среднего бизнеса сразу же, не меняя устава, не перерегистрируясь, сразу же перешли в форму малого бизнеса. Единственное, что из-за своих оборотов они не смогли применить к себе льготный 6% либо 3% упрощенный режим. Что повлекло за собой? Вот была очень интересная связка, когда мы анализировали, какой объем в 2010, в 2011, в 2012 году оплачивался у субъектов среднего бизнеса и какой объем был платежей ОПВ, социальных отчислений и социального налога именно с наемного персонала штатного, да, мы увидели о том, что основными добропорядочными, добросовестными работодателями, которые всегда в белую платят зарплату, были как раз-таки субъекты среднего бизнеса. И вот эта вот возможность перейти на ГПХ договора достаточно серьезно подорвала объем выплат на одного наемного работника. То есть если у нас в 2012-2013 году в среднем на одного занятого наемного работника по городу Алматы приходилось от 1 000 000 до 1 200 000 тенге только прямых налоговых платежей, не считая обязательных пенсионных взносов, то сейчас эта сумма упала до 311 тысяч. Вопрос, можно ли винить в этом предпринимателей? Они же стремятся оптимизировать свои расходы.
Я полагаю, в этом случае это вовсе не вина предпринимателей, потому что, несмотря на то, что они всеми возможными способами прибегают к определенной налоговой оптимизации в рамках дозволенного законодательства, тем не менее происходит такая ситуация. Из-за непропорциональности и непрогрессивности налогообложения на физических лиц, на труд наемных работников, у нас так и будет постоянно зарплата уходить уже не в серую, а в черную. Почему? Потому что у нас получается такая ситуация. Даже те самые предприятия, которые попытались таким образом соптимизировать свои расходы на налоги, они несут нагрузку, коэффициент налоговой нагрузки по отношению к своему обороту не менее чем 12-18% дохода. Это в разных секторах. Что касается, например, самого физического лица, который является наемным работником, то если взять его индивидуальный подоходный налог, который очень тяжело втемяшить в голову налоговым фискальным органам о том, что это, извините, не налог с юридического лица, это налог с физического лица, с того дохода, который он получает в качестве заработной платы, в любом случае, как ни крути, просто источник выплаты иной, и все. Вот. Плюс обязательное пенсионное отчисление, плюс социальное отчисление, плюс сейчас еще вводимый с 2020 года медицинский страховой полис. Да? Все это в совокупности делает 25% от совокупного дохода самого вот этого физического лица. А когда мы рассматриваем, допустим, налоговую нагрузку на юридические лица, мы видим, есть совсем другие подходы. Там идет от прибыли. 20% корпоративный подоходный налог. Единственный налог, который идет наоборот, это НДС. Но у нас очень много льгот по НДСу, и есть возможность не вставать на учет по НДС. Вопрос. Нынешняя ситуация, вот если взять там по пятибалльной шкале, это хорошо, плохо? Я считаю, что плохо. Почему? Потому что, с одной стороны, да, мы имеем достаточно серьезную налоговую нагрузку, да, то есть, если, допустим, сравнивать налоги в Казахстане, они сейчас упали до 13,2% от общего ВВП страны методом производства. В городе Алматы такой уровень выше, то есть 14,6%, это все за 2017 год, к ВРП города. ВРП – это валовый региональный продукт. Да, правильно. И, соответственно, получается, если наша доля, допустим, города всего лишь 22% вклад в ВВП страны, то вклад в налоги по стране у нас больше 26%. Именно за счет того, что у нас более высокий налоговый изъятие. При этом, что у нас происходит? Когда мы начинаем смотреть ткань налоговую, да, по структуре экономических агентов, мы видим, что у нас как секторально, так и по типам плательщиков налоговая система крайне нестабильная и не стимулирующая. Единственный стимулирующий эффект оказывал в какое-то время на развитие малого бизнеса ввод упрощенного налогового режима, когда переводили все ИП, перешли на 3%, вне зависимости от того, какие у них обороты есть. Если они превышают какие-то определенные обороты, они уже из ИП должны перерегистрироваться в ТОО. Что касается ТОО, они имеют право также работать в 3% каком-то своем пороге, да, от оборота и в 6%. Но проблема заключается в чем? В любом случае, когда мы начинаем анализировать, а сколько же платит субъект среднего бизнеса, сколько же платит субъект крупного бизнеса, мы видим, что крупный бизнес имеет свою налоговую нагрузку менее 2,5% от оборота. Где же здесь справедливость? То есть с 25% от заработка физического лица это просто опять в 10 раз? Это в 10 раз. Это настолько диаметрально противоположные цифры, да, которые говорят о том, что наша экономика и не будет развиваться, у нас и не будет формироваться никакого среднего класса, пока не будет введена прогрессивная, прозрачная, пропорциональная система налогообложения. Сегодня только я представляла, в общем-то, да, в отчете секторальный анализ. По секторам вообще все весело пляшет. У нас получается нефтегазовый сектор и горно-металлургический комплекс, имеющий почему-то регистрацию в городе, где не имеет месторождений, да, имеет, знаете, какой коэффициент налоговой нагрузки? 2,5%, думаю. Нет, минус 7,5%. Государство ему должно. А, государство ему еще должно. Да, то есть это так называемое возмещение, компенсация за экспорт определенной там сырой нефти или за экспорт каких-то там черных металлов и так далее, да, которые производятся даже не с территории нашего города и вообще никаким образом, никаким боком в нашем ВРП не участвуют. Мы еще и за это и платим.
Один вопрос. Вы видите какую-нибудь структуру или силу, которая добавит, скажем так, рациональности системе налогообложения в Алматы? Но я поставила вопрос пока на уровне города о том, что нам необходимо пересчитывать подход именно в местный бюджет. Дело в том, что в этом году с 1 января щедрой рукой КГД, в общем-то... КГД это что? Комитет государственных доходов. Да, Министерство финансов, да, объявило о том, что теперь они повернулись лицом к регионам, и регионы могут, те, которые богатые регионы, доноры, такие как Алматы, Атырау, Астана, могут больше не рыдать, в общем-то, да, и жаловаться на изъятие из своего бюджета. И заявили о том, что теперь КПН с малого и среднего бизнеса будет оплачиваться уже в местный бюджет, а не в республиканский. У нас как система построена? НДСы и КПН все платится в республиканский бюджет. Соответственно, на эти два налога уходит 65% всех взиманий, 35% на все остальные. Ну, в общем-то, сегодня специально провели такое исследование и посмотрели, а сколько же нам счастья прибавит. Да, такая мера. Я вам хочу сказать, никакого счастья нам это не прибавит. По той простой причине, что КПН у нас истончается. КПН – это налог на прибыль. О какой прибыли может идти речь в эпоху глубокого экономического кризиса? Это самый нестабильный налог. Тем более самого нестабильного типа плательщика. Например, те же самые малые и средние предприятия, да, они занимают всего лишь менее 52% действующих от числа зарегистрированных. Ну, в общем, пациент скорее мертв, чем жив. Да, и надеяться на то, что его налоги как-то вскормят наш бюджет, позволят нам достроить БАКАТ, позволят нам построить ЛРТ, это басни. То есть нужна налоговая реформа с тем, чтобы свою долю несли представители крупного бизнеса. Именно крупного бизнеса и конкретные секторы. Я вам сейчас одну вещь скажу, и пусть меня после этого на эшафот ведут риэлторы, но я хочу сказать, у нас в структуре ВРП города Алматы больше 14% занимают операции с недвижимым имуществом. Ну, тупо сдача в аренду, либо каких-то мест на открытых рынках, да, вот оптовках, либо сдача в аренду бизнес-центров, ну и тот же самый, допустим, да, хаузинг, ну, то есть это жилье, да. Сдача жилья. Так вот, имея вот такой мощный большой оборот в структуре ВРП, а наш ВРП достаточно немаленький, да, вот, они имеют коэффициент налоговой нагрузки менее 2%, даже меньше, чем крупный бизнес. То есть это те же самые меги, достык-плазы, различные торгово-развлекательные центры, это Алтенорда, там какие-то оптовки другие и так далее. Вот такая вот интересная ситуация. При этом в одном и том же налоговом режиме, если сопоставить, сделать бенчмарк между двумя разными регионами, возьмем два простых очень примера. Да? Все знают прекрасно, что такое Алтенорда. Да, ну, по крайней мере, в Алмате, да. Там ежедневно 70 тысяч машин заезжает только на территорию рынка для того, чтобы участвовать в этой торговле. Оборот ежедневный данного рынка составляет около 1500 тонн только продовольственной продукции, да? Не считая уже блошиного рынка, который там размещается. Что касается, допустим, налогообложения, если мы возьмем БИН данной организации и пробьем его на сайте в открытых источниках. БИН это то, что на чеке выходит, да? Да, бизнес-идентификационный код, в общем-то, соответствует ИНО физического лица. Если мы проверим, то мы увидим о том, что организация платит менее 20 миллионов тенге в год налогов. Да, показывая оборот, ну там от силы может быть 200 тысяч, 800 тысяч тенге в выходные дни в день, да, но оборот, извините, там 1,5 миллиона долларов и 150 тысяч долларов это чистый кэш, который забирает себе в карман учредитель, правильно? Берем другую, точно такую же организацию, которая находится не в Алматинской области, не в городе Алматы, а в городе Астана, где достаточно жестко контролируют торговлю. Рынок в разы меньше. Если Алтенорда у нас 44 гектара, да, ну, в чистой площади там 36 гектаров, в чистой площади, которая торговая, да, то там всего лишь 3 гектара. Так вот, эта организация платит 78 миллионов тенге в год. Видите, вы так глубоко в теме, что это все надо переварить. Да. Но надеюсь, что и наши зрители многое для себя открыли. Но тут тоже вопрос. Если об этом знаете вы, значит, об этом знают и в Алматы, и в Астане?
Да, конечно. Мы постарались уведомить об этом не только акиматы города Алматы, Астаны. Также мы поделились этой информацией и с акиматами Шымкента, Актобе, потому что в рамках исследования Министерства национальной экономики очень долго комитет таможенного и налогового администрирования брал у нас все эти исследования. Но, к сожалению, с тех пор прошло уже, можно сказать, больше полугода, да, ни одного движения навстречу проверке крупных субъектов и тех субъектов, которые явно на 99% работают в тени, не сделано. А начаты просто драконовские меры в отношении обычных стандартных безработных. Ясно. У нас в гостях был Айман Турсункан. Мы говорили о налогообложении малого и микробизнеса. До свидания. До свидания.